Доброго воскресного дня! На телеканале Рика ТВ с вами проект «Декоративные страсти». Говорим о красивом, стильном и уютном интерьере. В этом нам помогают профессиональные дизайнеры. Вот и сегодня дизайнер Анна Танкова поможет нашему участнику Сергею в оформлении его гостиной. Здравствуйте, Аня. Я очень вас долго ждал. Хотел сделать интерьер. Вот дизайн интерьер такой. Этого загородного дачного дома. Какое назначение этого помещения? Это гостиная, я так понимаю? Гостевая. Гостевая это будет у нас. У Сергея есть свои идеи и мысли по поводу оформления будущей гостиной. Но для лучшего результата решил заручиться поддержкой профессионального дизайнера. Какие у вас стилистические есть пожелания, может быть, предпочтения? Какие отделочные материалы вы здесь видите? Ну, я хотел бы здесь видеть какой-нибудь натуральный камень. Приветствуется натуральный отделочный материал, да, камень, возможно, дерево. Да, да, да. За основу дизайнер Анна предлагает взять бежевые оттенки. Этот цвет приближен к природным мотивам. Хотел бы светлое, чтобы она была комнатка немножко. То есть как можно больше сделать освещение, да? То есть чтобы она располагала к отдыху. Да. Давайте тогда немного поговорим о функциональности этого помещения, то есть какие зоны нужно предусмотреть, какой состав мебели здесь должен быть. Ну, здесь будет барная стойка у нас, мягкая зона и кухонный гарнитур вот на всю длину. Здесь телевизор хотелось бы. ТВ-зону тоже нужно будет предусмотреть. Да, телевизор, да, тоже хотелось бы здесь, чтобы он был. Ну и как бы, чтобы это было все в таком стиле, чтобы мои глаза радовались этому. Участник проекта Сергей категорически отказывается от оформления стен обоями, но у дизайнера Анны другое мнение. Ну, на самом деле, то есть мы будем сочетать натуральные отделочные материалы, то есть природные. Я думаю, обои, как какой-то декоративный элемент, мы сможем сюда добавить, то есть какими-то вкраплениями, то есть как-то, чтобы разбавить наши отделочные материалы какой-то интересной фактурой, либо принтом. Ну, я еще посмотрю, что у нас есть в наличии, что мы сможем вам предложить. Как вариант, думаю, можно будет попробовать. Ну, я надеюсь на вас. Хорошо. На ваш успех. Спасибо. Гостиная комната является синонимом отдыха и расслабленного времяпровождения, поэтому очень важно продумать каждую деталь. С этой целью мы с дизайнером Анной Танковой отправляемся в строймаркет «Домострой» и наглядно покажем нашему участнику, что может подойти к его проекту. Экономный ремонт – это просто. В сети строймаркетов «Домострой» можно купить все сразу и дешевле. Краски, строительный инструмент, крепеж, гипсокартон, сухие смеси, кровлю, линолеум и ламинат, кафельно-стенный, напольный и керамогранит, двери межкомнатные и входные, обои, потолочный плинтус, сантехнику, мебель для ванной, душевые кабины и пенопласт собственного производства. Экономьте время и деньги в сети строймаркетов «Домострой». Остановки «Сельмаш» Киселева. В строймаркете «Домострой» мы нашли те самые двери, которые идеально подойдут к сегодняшнему проекту. Да, для сегодняшнего проекта я подобрала вот такую модель двери. Она очень интересная, лаконичный достаточно дизайн, серый дымчатый цвет, который, я думаю, понравится заказчику. Очень такой оригинальный. Да, очень красивый, я считаю, на мой взгляд. Плюс вот эти черные стеклянные вставки дополняют свои изюминки этой двери. Очень красивая. Достойно в исполнении, я считаю, она должна присутствовать в нашем проекте. Ну, должна, значит, должна. Дверные изделия, кроме выполнения своего прямого, давно всем привычного назначения, служат важным и достойным элементом при эстетичном оформлении вашего дома. При малом естественном освещении и тяжелом дизайне интерьера рекомендовано использовать прозрачные либо полупрозрачные стекла для межкомнатных перекрытий. Зачастую полупрозрачные изделия монтируются на кухню для частичного освещения примыкающего помещения. Также в гостиные комнаты. Отлично освежат и осветят помещение белые дверные изделия с частичным остеклением. Белые полотна со стеклом допустимо устанавливать в тандеме с дизайном, где использованы белые обои, белые накидки на кресло, белые
белые вазы, даже если в комнате всего лишь белые гардины. Установка дверных створок с остеклением при надоевших глухих полотнах оправдывает себя при использовании вставок с витражным стеклом. При оформлении большого проема допустимо использовать двойные стеклянные конструкции с витражными вставками в самой разнообразной стилистике. В сети строймаркетов «Домострой» представлен очень широкий выбор дверей, от классики до хай-тека. Цветовая палитра очень разнообразна. Приходите и выбирайте. В сети строймаркетов «Домострой» вы всегда найдете товары с дилерской скидкой в любой категории товаров. Закупать или перекупать, платить или переплачивать – решать только вам. «Домострой» – это товары из первых рук по ценам официального дилера, без посредников. В сети строймаркетов «Домострой» можно купить все сразу и дешевле. Краски, крепеж, строительный инструмент, гипсокартон, сухие смеси, кровлю, линолеум и ламинат, кафель, настены, напольный и керамогранит, двери мешков, комнатные и входные, обои и потолочный плинтус, сантехнику, мебель для ванной, душевые кабины и пенопласта от собственного производственного цеха. Экономьте время и деньги в сети строймаркетов «Домострой». Строймаркет «Домострой» приглашает на традиционные предновогодние распродажи. Скидки до 85% только 16, 17 и 24 декабря. В строймаркете «Домострой» дизайнер Анна Танкова рекомендует ламинат вот в таком исполнении. Ань, ну, на мой взгляд, это очень достойный выбор. Да, мне вот сразу приглянулся этот ламинат. Исходя из него, я, кстати, подобрала уже двери. То есть они выполнены практически в одной цветовой гамме, в таком сером оттенке. В таком дымчатом, да? Да. И плюс здесь мне очень понравился принт. То есть здесь сама фактура дерева, текстура. Плюс вот такие вот рисунки, которые разбросаны хаотично. Я думаю, вот оригинально. В массе они будут смотреться очень оригинально и красиво, я считаю. Ну, прислушаемся к твоему совету. А лучше, конечно, когда посмотрим готовую визуализацию. Там уже будет наглядно понятно, что с чем сочетается. В СМ «Домострой» представлен широкий ассортимент ламината известных брендов, таких как «Краностар Литер», «Кранопол Кастамона», «Кранотекс Таргет». От 31 класса по 33 класс, толщиной от 6 до 12 мм, а также действует акция на ламинат от 1575 тенге за 1 квадратный метр. Экономный ремонт – это просто. В сети строймаркетов «Домострой» можно купить все сразу и дешевле. Краски, строительный инструмент, крепеж, гипсокартон, сухие смеси, кровлю, линолеум и ламинат, кафель настенный, напольный и керамогранит, двери межкомнатные и входные, обои, потолочный плинтус, сантехнику, мебель для ванной, душевые кабины и пенопласт собственного производства. Экономьте время и деньги в сети строймаркетов «Домострой». Остановки «Сельмаш Киселева». В маркете «Домострой» мы выбрали природный материал, именно так пожелал наш участник Сергей. Ань, и вот из всего ассортимента что рекомендуешь? Да, следуя пожеланиям заказчика, мы нашли вот такой интересный камень. Это имитация натурального сланца, он очень хорошо передает именно натуральный камень. То есть его фактура, да? Его фактура, то есть вот есть вот такая фактура, и на мой взгляд можно попробовать вот такую фактуру. Тебе больше нравится? Больше мне нравится вот такая фактура, но я еще посмотрю, что мне больше подойдет, так сказать. Хочу обратить внимание на то, что расцветка этих камней может быть вообще индивидуально выбрана по желаниям заказчика. То есть здесь представлены образцы выкрашенные, то есть натуральные оттенки. На самом деле они могут выкрашиваться абсолютно в любой, какой вы пожелаете. Но в данном случае, мне то кажется, есть нас устраивает в данном случае этот бежевый оттенок. Я думаю, мы его применим в сочетании с другими отделочными материалами.
Искусственный камень – декоративный облицовочный материал, имитирующий фактуру грубо колотого природного камня или кирпичную кладку. Используется как для внешней отделки фасадов зданий, так и для внутреннего оформления стен, колонн, каминов и других деталей интерьера. Этот отделочный материал делают из цемента и песка, имеющих природное происхождение, добавляя различные наполнители и цветовые пигменты. Искусственный камень появился несколько десятилетий назад и стал достойной альтернативой натуральному. Одно из несомненных достоинств этого материала – его технологичность, то есть легкость и простота монтажа по сравнению с природным аналогом. Поверхность искусственного камня однородная, то есть цвет или узор абсолютно одинаковы на всей поверхности. Большинство бытовых химических веществ и даже некоторых промышленных химических веществ не повреждают искусственный камень. Если он не поврежден, то должен оставаться неизменным, теоретически основываясь на знаниях об этом материале сотни лет. Искусственный камень имеет приятный внешний вид и температуру. В отличие от натурального камня, искусственный камень теплый. Можно смело утверждать, что ни один любой другой материал не обладает таким количеством полезных свойств, как искусственный камень. Потому его применение стало повсеместным в нашей жизни. Дизайнеры не раз говорили о том, что от качественного и хорошего освещения зависит многое, конечно же, в первую очередь ваше настроение, ну и подача самого ремонта. Если вы хотите, чтобы ваш ремонт смотрелся шикарно, то отправляйтесь в салон «Евросвет». Чтоб сияли вы весь год, верная примета. Обновите без хлопот люстры с «Евросветом». В салоне «Евросвет» новое большое поступление. Последние коллекции светильников самого разного дизайна. С гарантией, бесплатной доставкой и установкой. Все формы оплаты. Специальные цены для оптовых покупателей и дизайн-студий. В новом году сияем по-новому. Салон «Евросвет». Проспект Алии Молдогуловой, 50В. В нашем любимом салоне «Евросвет» мы нашли то самое освещение, которое, ну, мне так кажется, будет идеально к сегодняшнему интерьеру. Да, мы нашли очень интересные люстры, так как в основе у нас будет стиль шале, то есть это эстетика загородного домика, такого охотничьего, с применением натуральных отделочных материалов, таких как дерево. Мне камень кажется, наш. Камень, да. То есть я... Настоятельно рекомендую, да, приобрести вот эту люстру. Эта люстра отлично впишется в наш интерьер. И хотелось бы сказать, что их нужно будет две. То есть я предлагаю центральное освещение. Это будет у нас основное освещение. Я предлагаю его также разделить на две зоны, так как у нас будет зона мягкая и зона кухни. То есть мы их будем подсвечивать по отдельности, чтобы можно было, то есть функционально зажигать свет там, где нам необходимо. Это будет не одно освещение. Uh-huh. Я также планирую добавить освещение над барной зоной, о чем мы сейчас дальше и поговорим. Чтоб сияли вы весь год, верная примета. Обновите без хлопот люстры с «Евросветом». В салоне «Евросвет» новое большое поступление. Последние коллекции светильников самого разного дизайна. С гарантией, бесплатной доставкой и установкой. Все формы оплаты. Специальные цены для оптовых покупателей и дизайн-студий. В новом году сияем по-новому. Салон «Евросвет». Проспект Алии Молдогуловой, 50В. В качестве дополнительного освещения дизайнер Анна Танкова рекомендует вот такой вот осветительный прибор. А, где он будет? Эта люстра будет висеть у нас над баром. То есть она имеет матовый плафон, и как раз она предназначена для освещения каких-то локальных зон. Да. То есть, думаю, даже в количестве одной штуки нам ее будет достаточно. Ну, возможно, две, там посмотрим по обстоятельствам, в зависимости от того, какой длины у нас будет барная стойка. Она очень эстетична, она выполнена из ротанга, опять-таки это натуральный материал, угу, который в дополнение... У нас сегодня эко-стиль. Да, такой экологичный, угу, но все-таки он будет выполнен в таком брутальном ключе, наш стиль. И эта люстра дополнит все то, что мы выбрали. Весь образ, да? Да. Когда вы планируете освещение гостиной или общей комнаты, нужно рассмотреть все разнообразие ситуаций, для которых нужен свет. Вам нужно будет общее освещение, освещение рабочих зон и направленное освещение.
Переносные светильники подойдут как для общего освещения, так и для освещения рабочих зон. Они помогут вам более гибко подойти к освещению гостиной. И если в гостиной есть предметы, на которых особенно хочется акцентировать внимание, к примеру, картина, декоративная напольная ваза, зеленый островок домашних растений, можно использовать подсветку с галогенными софитами направленного света. Светодиодные светильники, меняющие яркость и цвет по вашему желанию, помогут создать в комнате особое настроение. В такой атмосфере можно смело устраивать сеансы хромотерапии, то есть лечения светом. Оригинальный абажур или эффектно направленный луч света всегда привлекают к себе внимание. Кованая люстра, прозрачный светильник могут стать стилистическим центром гостиной. Выбирая светильник с необычным дизайном, важно сохранить чувство меры. Его оригинальный внешний вид станет ярким акцентом интерьера. Поэтому использовать другие эффектные элементы нужно осторожно. Создавайте комфорт и уют вместе с салоном «Евросвет». А сейчас кульминационная часть нашей программы, когда дизайнер уже поколдовал и готова представить готовую работу. Я напоминаю, сегодня Анна Танкова работала над визуализацией гостиной для нашего участника Сергея. Сергей, принимайте. Дизайнеру Анне Танковой за небольшой период времени второй раз достается работа над интерьером в так называемом мужском стиле. Сегодня она работает над визуализацией проекта для участника Сергея Вишняк. Сергей озвучил Анне расстановку мебели и предпочтительную цветовую гамму. Все остальные моменты дизайнер доработала сама и представила готовую визуализацию. Эта комната многофункциональна. Одна часть представляет гостиную, другая – кухню. Барная стойка в таком интересном исполнении с элементами дерева визуально разделит эту комнату. В интерьере в основном использованы оттенки серого и бежевого. Для контраста и эффектной подачи дизайнер включила красный цвет. Он прослеживается в декоре и мебели. Дизайнер Анна Танкова решила добавить максимум света в этот загородный дом, использовав в визуализации сразу несколько осветительных приборов. Оригинальной формы торшер-прожектор и 4 люстры. Их мы видели в салоне «Евросвет». Двери и пол очень гармонично подыгрывают друг другу. Напольное покрытие представлено в виде ламината. У него необычная расцветка. Это и привлекло внимание дизайнера. Двери, пол и каменную выкладку на стене мы присмотрели в строймаркете «Домострой». В кухонной части гарнитур бежевого с добавлением черного. Он не громоздкий, но весьма функциональный. Подыгрывая эко-стилю, дизайнер использовала балки на потолке. Проект для нашего участника Сергея готов. Интерьер получился функциональный, современный и мужской. Именно так хотел заказчик. Благодарим за творческий подход и проделанную работу дизайнера Анну Танкову. Делайте ремонт с удовольствием, а самое главное, делайте его с настроением. А мы вам в этом с удовольствием поможем, потому что с нами работает команда профессиональных дизайнеров. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Вы смотрели проект «Декоративные страсти», тепла и уюта вашему дому. Пока!